есть в моей коллекции и довольно старый, но, однако, не забытый сорт Плевен или Августин. Первое плодоношение, первые кисточки увидели мы на этом кусту в этом году. Пока еще они маленькие, но обычно их размер до килограмма. Ягода до 10 граммов. Очень хрустящая такая, плотненькая, приятного вкуса. Видите, цвет янтарный, больше к желтизне. Неубиваемый сорт. Практически можно выращивать без обработки. Вот посмотрите. Какие после двух обработок, какие у нее листья чистенькие, как будто не было никаких погодных катаклизмов в этом году. И обратите внимание, на сегодня, на 8 сентября, лозы вызрели практически почти до самого верха шпалеры, больше 2 метра высотой. Больше этот сорт подходит, конечно, для себя, но я знаю любители винограда, у которых этот сорт занимал больше 10 соток, и они были довольны, очень плодоносящий, урожайный, и, еще раз повторяю, повышенная устойчивость к болезням, к морозам, и пользуется спросом также на рынке наряду с самыми современными. Итого, сорт Августин или Плевен. Друзья, это кустик гибрида голуба под названием Мускат Парадис. Но если присмотреться, это совсем молодой кустик. В прошлом году была только одна сигналочка. В этом году он уже как вступающий в плодоношение, будем считать. Несколько мы ее не стали нормировать. И, конечно, для первого года плодоношения чуть-чуть перегрузили. А так результаты по кисти и по ягодам было бы больше, чем знаменит данный сорт винограда. Ну, прежде всего, это очень ощутимый мускат, приятный. Ну, а мы знаем, что все мускатные сорта имеют на 3-5% выше сахаристость, чем обычные гармоничного вкуса. Кроме того, ягода очень плотная, хрустящая, чем-то по консистенции напоминающая ягоду анжелики. Очень приятно на вкус. Съедаемая шкурка, размер ягоды до 14 грамм, размер кисти до килограмма. Ну, сейчас, конечно, первый год, да еще так, с такой нагрузкой, здесь где-то 500, ну, максимум 800 грамм. Я думаю, в следующем году он себя еще покажет. Гибрид голуба, Мускат Парадис. Это кишмиш мешковая Россия, арсеньевский. Среднего срока созревания, довольно не мелкий, как для кишмиша. Видите, на одной лозе оставили даже 2 кисти, потянул. Средний размер кисти до 600-700 граммов. Ягода до 8 граммов, удлиненная, как видите, приятного вкуса, без рудиментов, янтарного цвета. И в целом кусту 4 года, ну вот такое примерно у нее урожайность. Вот. Где-то 15 кистей, ну, до 10 на килограмм. Ну, упаковали в мешочки, потому что с осами, конечно, в этом году ситуация не совсем приятная. Итого, мешков арсеньевский. Это первая сигналка гибридной формы капелюш на Абухасан. Ранне-средняя срока созревания 115-120 дней. Размер ягоды до 18 грамм. Размер кисти от 600 до 1500. Цвет, как видите, темно-красный, скорее всего, бордом. Довольно устойчивая форма, хотя в этом году, видите, как-то вот интересный по лозе повлиял все-таки аидиум. А если посмотреть на лист, ну, как видите, нигде даже не тронут. 4 обработки сделали, ну, все как по науке. Неплохой, видимо, будет сорт, точнее, гибрид. Лоза, как видите, вызрела до самого верха, почти до 2 метров. Ну, 3-й год кусту. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, вкус очень приятный.
сладкий, чуть-чуть с кислиночкой, такой гармоничный. Ну, нам понравился. Абу Хасан Капелюшная. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю краткий обзор некоторых сортов моей коллекции. До свидания, всем доброго, до новых встреч!